Эгэгэй, ребятки, всем привет, с вами как всегда Такс, добро пожаловать, мы сегодня снова продолжаем играть в GTA 5 ролеплей на сервере API ролеплей. Как ни странно, и сегодня мы с вами, как я обещал в прошлой серии, пойдем работать таксистом. Возьмем такси в аренду, или не в аренду, не знаю, пойдем таксовать, бомбить и зарабатывать свои деньги. Сегодняшней моей целью будет, ну, не знаю сколько, но хоть какие-нибудь деньги с вами получить. И чтобы они были весомыми, и чтобы я на них мог хотя бы там, не знаю, ну, что-нибудь купить. Поэтому, пацаны, погнали сразу к мэрии, берем скутер в аренду и гоним. Короче, смотрите, вот чувак уезжает вдали на скутере, да? Как произошло? Как это произошло? В общем, эти чуваки, смотрите, они придумали, как делать. Они стоят просто и ждут, пока какой-нибудь лох арендует скутер. Далее, он только в тот момент, пока садится, они тоже угоняют его. Смотрите, сейчас он вот лох сядет, да? Вот давайте, садитесь. И сейчас он поедет, типа, он думает, что он едет, а мы на самом деле его скидываем, все, вот он едет, и сейчас мы карджекаем его, все, и он остается без скутера. Вот так вот, ребятки, я остался без скутера. Но я отбил его, я просто бич, вы понимаете, не из робкого десятка, я знаю, как отбивать скутеры правильно, тем более уж и белые. Блин, ну чувак, ты просто стантер, вот он берет и прыгает через все. Нужно его догнать, нужно с ним посоревноваться в этих стантах, давай ко мне, братан, давай, че, ёпта. Куда он поехал? А вон мне. Вон он тот бич, который украл мой скутер. Смотрите, что он делает. Застрял, да? Не можешь ничего с ним сделать. Вот теперь пешком беги. Нехрен было мои скутеры воровать. Сейчас его еще почтальон собьет. Там просто почтальон Печкин, дрифт, форсаж 8. Смотрите, как его носит там. Еле держится. Главное бабло срубить. Просто быстрее дом купить по ГОСу зелененький. Ну, братан, ты поаккуратнее с тормозами, потому что я уже у мэрии. Сейчас мы с вами возьмем лицензию таксиста, и по этой лицензии, конечно же, будем работать. Для начала нужно подняться в офис. Опять, как всегда, уже привычные действия. Уже мэрия для нас привычная. Так, закрываем все. Окей. Опять скутер, кстати, стоит внутри здания. Понятненько. Так, а лицензия таксиста. Я не понял, там машина ездит? Реально? Серьезно? Там ездит машина. То есть, как бы, без преувеличения там ездит машина, окей. Я хочу лицензию таксиста, и с меня что, 50 баксов-то уже сняли, да, я так понимаю? А, у меня уже есть лицензия, окей. Регистрация у нас оформлена, давайте-ка еще, так, таксист. Водитель такси, водитель маршрутного такси. Нет, я устроюсь обычным водителем такси. А теперь мы, пацаны, отправимся в таксопарк, там возьмем машину. В аренду или бесплатно, я на самом деле еще не знаю. Но главное, чтобы наш скутер на улице еще не свистнули, и мы на нем спокойно могли уехать. Итак, пацаны, мы, короче, пригнали в один из таксопарков. Сейчас мы с вами возьмем машину. Здесь, кстати, очень много стоит белых скутеров. И, судя по их количеству и количеству отсутствующих таксистов, то есть понятно, сколько здесь сейчас таксистов работает. Так, давайте-ка включим двигатель, заводим нашу тачку. Так, выключаем радио, потому что я играю с радио периодически, чтобы не было скучно. Так, тариф мы с вами выставим, пускай будет, ну, двадцатки, я думаю, хватит. 20 баксов за проезд, я думаю, бичи осилят, потому что 30 будет много, мне кажется, для них 20 сойдет. Так, по характеристикам смотрим, что у нас тут есть. 43, топливо 67, подстава у нас неполная заправленная машина, но, в принципе, на ней мы с вами сейчас отправимся к респауну, и с респауна будем возить бомжей. Так что я отправляюсь, наверное, на тот портовой респаун, потому что их бичей там было много. Бля, братан, извини, я не хотел, конечно. О, смотрите, как идет вызов такси. Илья какой-то вызывает такси, то есть нужно успеть. Кол, 555-48-819. Так, вызов такси, вызов механика. Так, окей, смс. Давайте-ка смс сделаем ему. Ага, я не могу смс бить. Ну, короче, я не знаю, как. А чувак, кстати, нарочно, смотрите, врезается на скутере и вылетает с него, что я какой-то дебил вообще. Ядрить тут просто народу тьма, и меня врезается автобус, нет! Мое такси, оно просто, оно уже не просто такси, оно такси смерти, оно не доедет живым, никто в этом такси не доедет. Ну, я не буду сегодня устраивать такси смерти, нет, не надо, не надо. Я хочу нормально поработать, показать, как эта работа устроена. Только если бы почему-то, почему эти бичи едут по... Не свои, вот это по своей ехал. Ну что, подъезжаем, ждем первого, так скажем, клиента. Такси в любую точку, все, давайте, кричим. Такси, недорого и быстро. Сука, вот ведь дожили, а. Такси недорого и быстро. Кстати, у меня немножко денежек списалось, у меня уже 2697, поэтому мне нужно их как-то отрабатывать. Куда вас? Куда вас? Давай, отлично, у нас есть первый клиент, это Дмитрий Фролов. Флоров. Я не знаю, короче, как-то он... Главное, чтобы он написал, куда ехать. Не просто же... смотрите, он принимает, он просто криво команду вписал. Ёкарный ты... Кочерышек, ты просто, ну как так?
Все, Дмитрий заплатил вам $20, теперь его можно куда-нибудь везти, отлично. Поехали. Бог тюрьмы. За 20 баксов? Тогда еще 20 баксов. Далеко. Вата. Ну реально, ребятки, далековато. За 40 я его довезу, за 20 баксов ехать до... Без Б, братиш. Ну все, переводи. Переводи. Отлично, у нас есть первый клиент. Мы сейчас с ним отправимся до тюрьмы. Я его довезу. Может быть, еще от тюряги кого-нибудь подцеплю. Если мне повезет, конечно. Но сейчас наша главная цель — везти этого чувака к тюряге за 40 баксов. В принципе, неплохие деньги за один такой заездик. О, он переводит. Он даже сотку перевел. Неплохо. Видите, чаевые еще доставляют нам удовольствие. Поехали, короче, везем его. Надеюсь, без особых приключений. Никто нас не убьет, никто нас не собьет. Так, я сейчас вспоминаю примерно, где я смогу выехать. Да, чувак, в видосе, окей, понятно, почему он сотку перевел. Так, ну что, пацаны, мы отправляемся уже, выезжаем с города. Я, в принципе, правильно и быстро среагировал, даже без GPS-а уже узнаю хорошо город. Благодаря РП-проектам его легко узнаешь, это вообще в приоритете знать город на самом-то деле, тем более для таксиста. Поэтому, смотрите, мы выезжаем, и это место, ну, еще есть точно такое же, оно чуть подальше, именно выезд с Лос-Сантоса, оно так напоминает, знаете, в Сампе, вот там есть место, где все едут туда направо по одной и той же полосе, хотя она односторонняя, и все на ней врезались, вот. И мы уже проезжаем мимо ветряков, по карте я уже вижу нашу тюрягу, мы... О, господи, посмотрите, сколько красных! Офигеть, пацаны, походу, я не успеваю взять нормально себе теремушку. После видоса люди начали скупать весь город, этот Сэнди Шорс называется город, я уже даже это запомнил, как называется сраный город около аэропорта Тревора. Раньше для меня это был аэропорт Тревора и прилегающая к нему территория, а теперь это Сэнди Шорс для меня, понимаете, да? Итак, отлично, мы привезли чувака к тюряге, как он и просил, за 120 баксов у нас вышла поездка, все. Понятно, его по голове ударил просто шлагбаум, вот и все. Have a nice day, короче, как говорится, приятного вам дня. Так, ко мне какой-то чувак подбежал, опять что-то быковать на меня хочет. Такси недорого, недорого. Владислав, давай Владислава довезу. Вон, Владик, Владик, давай, садись. Прыгай в такси, быстрее, быстрее, прыгай, бро. Довезу, довезу недорого. Мне в обратный путь нужен пассажир. Че, лишние деньги, что ли? Может дождаться у тюряги, отвечаю вам, пацаны. Место людное, много кого садят. Не хочешь, не хочешь. Ладно, поехали в город, пацаны. Я думаю, через Сэнди Шорс мы не будем проезжать, потому что там... Люди уже со своими, так скажем, транспортными средствами, им не нужна такси. Вон, посмотрите, даже на холму вон там все скупили, хотя я там не смотрел. Ну, просто очень много красных домов в пределах, вот, говорю, загорода. Вот там вообще все скупают. То есть еще в городе, ладно, там зелен, там дорогое. У людей денег пока нету, не успеют столько заработать. Но вот в Сэнди Шорс уже все разобрано, надо срочно покупать там дом ехать. Итак, мы у мэрии. Давай, Данил, садись, садись, садись. Довезу, 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 прыгай, прыгай. Такси. Прыгай, прыгай, садитесь, садитесь, садитесь. О, набежали люди, нужно такси. Вот у мэрии люди платежеспособные. Давай, садись, поближе нужно подъехать. Прыгай. Оу. Что-то он меня спрашивает, что я мистер, даже не сэр, смотрите-ка. Откуда он знает мое имя? Что такое? Что такое? Что, ёпта? Садись быстрее. Устройтесь лучше на автобусную работу. Ну, я такой, знаете, подумавший. Ну, я подумаю. Платят 200 баксов. Ну, в принципе, да, ребятки, я соглашусь. Что? Так, а вас куда? Он нам посоветовал устроиться автобусником. Я думаю, что в следующей серии мы пойдем поработаем автобусником. Сегодня мы... Так, на N-Foods это я не знаю, что значит N-Foods. Довези, плиз, до стоянки автобусов. Окей. 30... баксов. Yes. Набор в тюрьму штата проедет. Ну нет, я еще не думаю, что мне нужно во фракцию идти. Так, что? Через 10 минут у них набор идет. При себе иметь паспорт. Все, понятненько. Да, нам главная цель сейчас, чтобы этот чувак нам перевел 30 баксов, потому что мы его везем до автобусной стоянки. Вот. Я ему сказал 30 баксов плес. Ну, я за бесплатно не хочу его везти. Стой.
Ну, устаю. А, походу, друг его, Захар, смотрите, по пути нам встретился. В тюрьму плес. Так. Так, в тюрьму у нас 50 баксов. О, тюрьмы. Ребятки, все... я накину, окей. Они нам обещают, что они накинут, окей. Я им поверю на слово, не знаю. У тебя тариф 200, только довези. Ну, им, конечно, во фракции всем хочется. Теперь они быстро махом весь город скидываются и просто гонят. Просто, смотрите, все в сторону тюрьмы сразу отправились, да? Ну, я тоже их довезу, пускай. Что-то почтальон вообще опасный, дерзкий. По пингу могу подрезать, если что. Ой-ой-ой-ой-ой, что-что происходит? Чувака, походу, сбили по пингу, если он улетел. Да, он улетел! Капец. Ой, ну ладно, везем чуваков до тюрьмы. Пока что я с них получил 20 баксов. Я за 20 баксов, ну хотя бы за 40 с каждого я довезу, их двое. Но вот за 20 это зашкварно ехать до тюряги. Вот, ребятки, я что говорил? Только написали в новости, сейчас только что там две машины. Видите, вон все едут в сторону тюрьмы, не просто ведь так, да? И все прям режут, срезают. Я тоже срезаю, тихо, что творю просто. Телепрограмма такси. Где вы платите деньги мне за то, что я с вами тут прыгаю? Как говорится, да? Просто очень много людей сейчас отправилось к этой тюряге. Мне просто хочется... А мне все показывать, куда правильно писать. Я пока пишу слэш-б, я улечу нахрен в кювет вместе с вами. Вон еще такси. Все отправились в тюрьму, все хотят в тюрягу. В хорошем смысле, причем слово. Сейчас собеседование, да я по... Че творит? Че такое? Че за читы, пацаны? Еще и скутер... Скутер разбил! В репорт просто такая крыса, а? Смотрите. Ну что, такси не мощное. Они на другом таксопарке, видимо, взяли таксу. Кстати, ребятки, есть такая же тема. Смотрите, как в Сампе там с эскейпом, да? Здесь хоум называется она. Вот так делаешь, да? Игра останавливается. А потом бам, и появляется все. Типа здесь хоум вместо эскейпа в Сампе. Ёпта! Машина горит, а что она мне врезается? Он взорвать меня хочет или что? Все его объезжают, он просто весь дымится. Только главное, чтобы это не взорвалось рядом со мной. А что-то рядом слишком едет оно. Весьма странное, вот это что за лаги вообще, пацаны? Ну это, извините, синхронизация нетворка. Это еще вот такое может быть. В Сампе я не такое видел на самом-то деле. Давайте, к тюрьме посмотрим. Так, еще нам заплатили 20 баксов. Итак, мы уже в плюсе. Сегодня мы уже почти 200 баксов заработали. Нормально, неплохо. Однозначно больше, чем на стройке. Однозначно. Но это еще нам повезло, это еще чаевые. Опять горящее такси, оно скоро взорвется. В нем вообще никого нет, кстати. Офигеть, тут народу приехало. Просто тьма. Да уйди, а, я пассажиров везу. Сука. Так, вот Данил у нас приехал, но выходить не хочет. Я поэтому сейчас в действии и использую. Так, Данил. О, да, эджект работает, слушайте, нормально, отлично, первый раз команду использовал. Ну не настолько же жадный, чтобы пешком бежать. Подбодрить, что ли, чувака? Давай. Быстрее беги, давай. Давай, чё? Тебе так сложно? Давай, добежишь, я уверен в тебе. Уверен на все 100. Не падай духом, братан. Поднимайся даже, если падаешь. И беги дальше к своей заветной цели, давай. Все равно тебя крашнет через полчаса там.
Давай, беги, беги, беги! Сука. Не хочешь, как хочешь. Будешь бежать один. Ну, давайте принципиальность автобуса проверим. Хорош! Умница! Свернул куда надо. С нами вообще невидимый чувак. Прикиньте, просто прикиньте, невидимый чувак. Он меня спрашивает, так ты. То есть, как бы есть чувак в машине, я вам говорю об этом, говорил. Ты плати деньги. А, Дмитрий Лисенков нам заплатил 20 баксов, и он просит в мэрию. Ну окей, я его не вижу, но я его довезу. Ну что, мы подводим нашего мистера невидимку к зданию правительства, как он и просил, к мэрии. Вот, кстати, за неправильную парковку уже и наказывают, уже перенимают. Вы сами знаете, откуда опыт. Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь, в принципе, да, я согласен. Так, ну все, мы подвезли этого чувака, остается лишь его выкинуть. Так, Дмитрий Лисенков, отлично, он сам вышел. Так, ну такси, давайте, кого может подвезти нужно? Какие все самостоятельные бичи на белых скутерах, но я таксист, независимый, давайте ко мне прыгайте. Хотя бы до 3000 долларов я сегодня добью нашу сумму или нет? Заработка, есть, 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 давай, давай, прыгай, прыгай. Давай, довезти, довезти. Давай, 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 давай. Подброшу, давай, давай, прыгай в тачку быстрее. Каким-то случайным образом мне удосужилось оказаться на призыве в тюрьму, вот. И это просто, ну это мясо. Я не знаю, это просто, пацаны, это мясо. Это полнейшее мясо, ладно, они окей там стоят, у них может быть такого не происходит. Какой-то чувак умудрился взорвать, видимо, что-то здесь рядом и, короче, вот. Вот такая вот... трешатина у нас произошла. Естественно, я свою, блин, машину такси просрал. Вот. И теперь я здесь, около больнички, появился. Ну, слава богу, около больницы есть аренда скутеров. И мы можем даже чей-нибудь мопед угнать. Но, в принципе, я уже поработал таксистом. У меня уже, как бы, нету сил работать таксистом. Я думаю, что в следующей серии я пойду работать автобусником. Потому что дело перспективнее. Ну, не такое уж интересное, как такси. То есть, видите... Заработаешь, может быть, и больше, но не так интересно и так очень даже однообразно. Но все равно мы проверим эту работу однозначно. Пока что мы поработали таксистом, поняли, что работать в принципе можно. И деньги можно зарабатывать неплохие, можно успеть за несколько часов даже на дом успеть заработать, так что ничего. Дерзайте, пацаны, если хотите поиграть вместе со мной, заходите. Это был API Roleplay сервер, ну а с вами был Такс, до скорых встреч и пока. Ждите следующих серий по GTA 5 RP. Ну я еще почтальона врезался, моя кровь там. На машине ищите. Вот видите, чувак уступил справа. Видите, видите, про что я говорил. Правила на сервере такие, что уступать нужно справа. Придерживаться этого правила. То есть он посмотрел направо, уступил машине и поехал сам. И здесь все так ездят. Вот, вот все. Видите, притормаживает и смотрит.